нормально, чувствуют ту нахуй. Да, ну, не, ну там нормально. Там, я говорю, мы ходили, гуляли, там, мы на День города с тобой попали, да, Антоха? Угу. Мы на День города ходили, блядь, там и, блядь, и всякие пьянки, гулянки туда-сюда, пиотенок. Милиция ходит, все, блядь, нахуй, четко, блядь, везде ОМОН с собаками, нахуй, все, блядь, весь город, нахуй, просто вот так. Мы ходим, блядь, сели, нахуй, там. А там вообще нельзя, ни пива, ни водки нельзя пить. Ну там, да, вот это молодец, вот. Вообще, мы нахуй, присели, сидим, блядь. Милиция идет вечером, так как опыт на нас посмотрела, видит, что мы нормально сидим, разговариваем, не пьяные, ничего, они такие посмотрели дальше. Не злобается. Да, ничего. Вообще, блядь, нихуя, ёпта, блядь. А так, если что-то пьяный, хоп-хоп, хоп. Все, ты что-то этого батьку молодец. Батьку молодец, он кипашит с нами. Там что, по-моему, вообще вот нет нихуя. Вообще нихуя. Вот сколько, Антон, мы, блядь, были, сколько раз с тобой? 4-5, да, были там, ёпта, блядь, ко мне ездили, вообще нихуя не было. Вот а он... вот сейчас ездили за машиной, машину в стенке брали, да, в Беларуси. Мы приехали на рынок, пиздец, нахуй. Два рынка, одно чурбан. Один сарай, да? Один, одно чурбан. Просто никого, блин, кроме чурбана. Но я думал, после этого взрыва, и после этого был жив. Я думал, после этого взрыва батька всех нас почистил там, блин. Просто одно чурбанё, блин. Ну, процикл там, вот, а что, вот, дешёв, куда ли, да? Водные мотоциклы, два, ёпка, блядь, вот в интернете я залазил, блядь, два водных мотика с прицепом, один, ну, он один продает, как бы, стоит на продаже один мотик водный, он 150 тысяч из него хочет, вот. Сосиска, смотри. Ну, открыл полностью. Сань. Я вижу, открыл хуйню, блядь, он, типа, второй в придачу, блядь, нахуй, и прицеп, нахуй, к ним, блядь, ну, 150 штук, нахуй. Сэр, оба рабочие, оба все. Хуя, 2 штуки копейки. Они...